сам знаешь, Паш, как волки заворачивать. Кто, я? Нет. Смотри. Вот ты меня не знал. Раз крест-накрест нужно записывать, а я и не знал. Вот ты меня, смотри, не опозорил. Сиди под ёбан, блядь, смотри меня. Как взрослый. Я говорю не опозорь, а этот не опозорь, а то, что как, не подведи. Сорвал нахер. Перед началом класса. Шаг первый. Залейте топливную смесь в бак и надежно закрепите крышку. Рычаг воздушной заслонки переведите в положение закрыто. На ручке управления установите зажигание в положение 1. Внимание! Запрещается использовать топливо без масла, чистого бензина, а также использование масел для четырехтактных двигателей. Выход некорректной топливной смеси не обеспечивает гарантийный ремонт. Шаг 2. Нажмите 5-7 раз на кнопку триммера для заполнения карбюратора топливной смесью. Положите триммер на точку. Как велосипед. Здесь вот эти вот крючки сплошные. Не говорю, как велосипед. Не говорю, как велосипед. Нет, здесь по-разному можно. А, одну так, одну так? Да, а у него сплошной трубой идет. Ну да. Нам бы стрим запускать. У нас типа для жестких. Да, просто перезал. Сразу ебнись. Прица нет у нас? Есть. А, нету? Литого, ебнись. А я сейчас туда нахуй, насколько там, блядь, шестерка нет. Да, вот тут сразу надо ебать, Саша. А это снимается шайба, Саша, нет? Да. Это снимается, и вот это вот заворачивается. Как этот, как он называется, кухонный комбайн, у них тоже насадки сменные. Можно теперь заводить, как еще. Камни херанул. Че, давай. Че, закрываем. Так. А тут к номер 3. У вас пехот там? Значит, вниз надо. Пошли. 10-15 минут, по-моему, должно пройти.